Для сохранения права на пособие по уходу за ребенком женщина сможет работать в день максимум 4 часа. Конкретизировать, что означает неполная занятость, предложили в Совете Федерации. Группа сенаторов подготовила два законопроекта, которые внесены в Государственную Думу. Представленные законопроекты предлагают установить фиксированное время рабочего дня, которое позволит получать пособие не более 50% от стандартного 8-часового рабочего дня, то есть 4 часа в день. Соответственно, если женщина будет работать, например, 6 часов в день, она не получит права на пособие по уходу за ребенком. Таким образом, считают авторы законопроекта, будет соблюден баланс интересов. Женщина сможет компенсировать то время, в течение которого она занимается уходом за ребенком, а из средств фонда соцстраха не будут выплачиваться пособия тем, кто работает фактически полноценный день.